Здравствуйте, меня зовут Сэм. Я студентка, учусь на кафедре русского языка и литературы филологического факультета университета Корея в Республике Корея. У меня есть вопрос. В меню русских кафе часто встречается название кофе раф. В других странах такого кофе нет. Что это за напиток? Откуда взялось его название? Здравствуйте, уважаемые зрители! Большинство названий кофейных напитков и способов приготовления кофе пришло в русский язык из языков других народов, что неудивительно, поскольку традиция употребления кофе сложилась в России несколько позже, чем в соседних странах. Так, слова «эспрессо», «капучино», «латте» и «американо» заимствованы из итальянского, «глиссе» из французского, «флэт вайт» из английского. Многим кажется, что и название кофейного напитка «раф кофе» или «раф» имеет иноязычное происхождение. Однако это не так. И сам напиток, и его название возникли в России в середине 90-х годов. Именно в это время работники одной из популярных московских кофеен столкнулись с посетителем по имени Рафаэль, который постоянно выражал неудовольствие от всех предлагаемых ему видов кофе. Чтобы угодить капризному посетителю, они стали экспериментировать и создали новый напиток, состоящий из кофе, сливок и ванильного сахара. Напиток понравился не только Рафаэлю, но и другим посетителям, которые стали просить кофе, как у Рафаэля. Затем произошло сокращение словосочетания до одного слова, и кофе стал называться «Рафаэль». А потом и это слово подверглось усечению и превратилось в «раф». Именно под этим названием напиток приобрел популярность по всей России и уже вышел за ее пределы. Русский язык – великий, могучий и отражающий креативность своих носителей.